Так, ребят, привет. Краткий обзор тормозных колодок для классики торговой марки Начало. Значит, открываем, здесь закрыто, запечатано. В комплекте 4 колодки. И все. В принципе, колодки, ну, вот у меня старые Ферадо, да, красные. Значит, по форме они, слава богу, такие же, по дыркам вроде тоже как совпадают. Вот, значит, по заверению производителя и по советам продавца они скрипеть не должны, тормозят в принципе нормально, и они не мягкие, то есть они не такие мягкие, как наши украинские колодки, там Днепропетровские, Дефи, как они там называются, как-то так. Вот, значит, на каждой колодочке есть наклейка, да, тут со стандартами, серийным номером и с сайтом производителя. Вот, ну, попробуем поставить ее на свою машинку и посмотрим, как они себя будут вести. Вы можете смотреть мой канал, тут описывается про то, как построить надежные Жигули. Вот, очень много информации на канале по поводу Жигулей. Также смотрите обзор второй тормозных цилиндров рабочих, да, ну, на колесах, которые передние торговой марки Finox. Все. Всем удачи, пока, и подпишитесь обязательно на канал. Все, всем удачи, пока, подпишитесь обязательно на канал.